Выхованец Дюшар Гомельского района, уроженец Новой Гуты, майстер спорту международного класса по самбо Евген Семочкин завершил карьеру. Ушановали спортсмена подчас церемонии открытия споборництва. Упершиню Евген вышел на борцовский диван у 6 годов. Такие люди, такие спортсмены рождаются нечасто, и воспитывать таких ребят, находить их крайне сложно. Не бывает так, чтобы просто из рядовых человек без воли, без характера проявил себя на больших спортивных аренах. Поэтому характер действительно, закалка характера. И команда, которую он воспитывался спортивно, именно вот ребята, плеяда это, они все бойцы. Карьера Евгена Семочкина как спортсмена протягивалась амаль 30 годов. Он оборонял гонор Беларуси на самых престижных стартах. Назапашенным опытом Семочкин готовы делиться с молодым поколением, не выключая початку тренерской карьеры. Покуль же протягивает службу у родах Министерства по надзвичайных ситуациях. У коллекции спортсмена медали разных вартостей, завоеванные на першинствах и чемпионатах Европы, этапах Кубка Свету. Не глядя на россыпь узнагород, Евген Семочкин кажа, усих поставленных метов досягнуть не удалось. Не все смог достичь, чего хотел, всегда к этому стремился, но так как получается, это спорт. Где-то мы выиграем, где-то проигрываем. С недавнего часу предприемство «Гомель-Шпалера» взяло своеобразное шефство над дитячим самбо в Гомельском районе. Весной этого года отбылся первый международный турнир, у организации якого принимало прямой удел это предприемство. Новая Гута 2016 так само проводилась на призы «Гомель-Шпалера». Мое мнение такое, что надо выбрать что-то одно и делать это идеально. Поэтому мы все-таки будем уделять внимание детскому спорту, именно развитию детского спорта, именно самбо. В наших планах есть проведение, опять же, очередных соревнований. Это уже будет весной, это будет следующий год. Мы будем к ним готовиться совместно с Федерацией самбо. И постараемся его провести тоже на высоком уровне, чтобы наши дети остались довольны. Усяго на турнир приехало больше как 150 спортсменов. Кроме Гомеля и Гомельского района, Беларусь представляли Минск и Бобруйск, Украину, Чернигов, Россию, Москва, Клинцы и Новозыбков. Страсти на диванах кипели не жартовные. Для многих спортсменов этот старт был дебютным. А проигрывать у первой же турнирной схватки не хочется. Так что перемоги доставались с тяжкостью, а все узнагороды были заслуженными. Максим Савин, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».